И я вновь всех приветствую на моем канале. Я сегодня наконец-таки, вероятно, допройду игру Gungrave Gore на харде. Хотя, опять же, я не все ничьи на харде пошел так. Я начинал на тяжелой, даже переключился на хард, потому что на тяжелой без видео прошел, без записи. Думаю, даже несколько уровней там пройти на харде и открою, как его, там персонаж Брэндона Хита. Ой, блин, я же за этого играю. Ой. Так. Еще раз я за него потом поиграю. Так. Вот, надо за него играть. Да. Все. Блин, минку не то опять. Ай, блин, так, я... Да ёкого мане. А, блин, так, минутку стопэ. Я хотел в лабораторию сначала зайти. Лазер мне нахрен не нужен пока. Лазер потом поставлю. Я хотел поставить сейчас... Вот. Рывок смерти за место лазера. А там что-то еще есть. Ну, пока так оставлю. Все, я готов к бою. Готов. Так, сложность жесть. Все, зашибись.
отлично, 1200 очков попадания. И можно брать очки стиля. Сколько же мяса? Последний уровень — это чистое мясо. 8000. Кайф. Вот Эйна, да. Она сам. Субараш. Большой шкаф, да громко падает. Давай. Сейчас как уроним, так не встанешь. Гафу! Тобасео! Thank you.
Ну ты тормоз, а. お前が<笑> Ух, это был шкаф, стал шкаф купе, блин. Так, не понял. Чёртова кутея, блин, его. Он шотит, блин, постоянно этим навыком. Хотя сейчас я реально тупанул. Ой, блин, сейчас так, пауза. Да, сейчас пауза. Итак. Все, дошел до его второй фазы снова. Это будет жестко, я знаю. Ох, избежал его захвата. Ох, я как флэш. Блин, не тот навык использовал, кажется. Все отлично. Ты покойнее. А времени немного, говорится, не успел. Минут за 10 надо наверняка.
Заточки мастерства, счетчик ударов, короче, и во всем остальном зашибись просто. Фу. Ну чё, корабль чужих. Тоже нужно быть аккуратным. И за двух боссов сразу, что будут в конце уровня, и за мясо. Не так-то. Как его там? Вырваться из захвата Гампа стало проще. Раньше это было невозможно по времени сделать. Сейчас, если сразу постараться по-быстрому там двигаться, то выберешься. Так, что вас не убило? Не, снайперка все же самая имбовая. Убойная мощь максимальная, просто всех и пробивает всех нафиг. Идеальное оружие, ну почти. Все-таки оно бьет чисто вперед. На площади. Сейчас будет мясо, чисто 100% высококачественное мясо. Так, игра опять что ли за... Ай, баги чертовы. Так, ну это баг.
редкий, но бесящий баг, когда управление пропадает нафиг. Так что заново. Еще в финале появится, вообще что-то будет. Не все баги поправили. Опять мясо. Высококачественное мясо. Очков.
Да, понял, я понял. Блин, это уже, блин, да, бой с боссами, у меня энергии мало, пешков, разрушения. Они вдвоем они менее жирные. Так, как будто.
Этот может шотнуть своей атакой запросто. Стоит этот он простой, который молнией пуляет. А вот этот, блин. Так, ты убил. Осталось только стейк с молниями. На. Хорош позировать, блин. Так, что там у нас? Банжи. Что там прокачать тебе? Дальность атаки можно. Что, финал? Ох, вот это будет, да. Финал финала. Наичистейшее мясо. Просто. Давайте больше мяса. Ну, конечно, финальный босс. Слава богу, с одной фазой. Thank you.
А вот и он, тот самый Каидо, блин. Я в свое время на нем, конечно, блин, гей вот этого Каидо. Минутка. И еще один скриншот надо, даже два. Да вроде его тоже немного упростили, если я не ошибаюсь. Thank you.
この世界は数百の小さな声で成り立っている。哀れで弱き者たち、皆苦しんでいる。解決策は死、一つの精神、一つの意志、統一だ。素晴らしい大切な身がただの鍵だ。彼女の命彼女の意味、理解しがたいほど偉大だ。未来に逆らうなら罰を受けろ。栄光に苦しむがいい。О, Бабанзи, Бунзи, ее в пиво, в этом пиводе называют. Кончились. Та-т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 а. Грейв, держись давай. Yeah.
Это была его последняя сигарета, ты труп. Чё убегаешь, блин, а? Этот ролик мне нравится больше всего. Вот лучше больше подгрейву CGI анимастер какой-нибудь. С такой же графикой или даже чуть получше. Ну все, тихо, она... Алиен Хэйнов. Так, блин, чуть не агай, оп. Так. Жи, блин, свиньи отгонили. А, да. И тут он из снайперки тоже в кат-сцене палит. Почему, блин, тут большая часть гатсцен с черными полосами сверху снизу? Зенбо уаттайо.
Единственная претензия к большинству катсцен такая вот. Как будто, говорю, там на квадратным монитором старым, там 4 на 3 или 5 на 4. グレイブ、私が恐れていたのは今自分の中で起きていること。でももう怖くない。私は化け物じゃない。私コントロールするから。きっと正義の仕方を身につけてみせるわ。私を信じるのよ。 スカムランドはそうして沈み、私たちは無事に脱出することができた。だけど、シードで汚染された世界が修復されるには相当な時間がかかるだろう。そして、それはまだボスの中に流れている。彼女の戦いはまだ終わっていない。 Ну и на этом, да, все. Так, ну да, игру делали корейцы всякие, тут всякие там... Так, креативный директор, та-та-та. Ну да, корейцы в основном, да, и Хон Ким какой-то там... И японцы, конечно, да. Да, да, на этом все, ставим лайки, подписываемся на мой канал. До новых встреч. Всем пока.